В общем, всем привет! Я решила по-быстрому сделать обзор озоновской посылки, покупки, заказа, как хотите, так и называйте, и побежать на автобус дальше. Замерзла что-то, как собака. Ноги в основном замерзли. Короче, вот у меня очередной халявный пакетик. Тут хрен знает, два или типа того, может, уже даже 3 килограмма. Да, хочу сказать, наверное, дифирамб нашей базе выдачи заказов Озон, потому что наконец-то у них появились перильца с левую руку, если спускаться вниз. Единственная ветбарьерная среда в том плане желтая полосочка на последней ступеньке и желтая полосочка на начальной ступеньке как-то до сих пор отсутствует. Ну, хотя бы перила появились. То бишь, есть за что держаться, если вдруг решишь, что вот эта последняя ступенька, она, оказывается, не последняя. Как-то так. Ну, в этом плюс. Благодаря перилам нет ощущения, что ты идешь в подвал. Если у вас клаустрофобия, как у меня, то и боязнь подвалов, замкнутых пространств, то вам эти перила сыграют в плюс. Тут у меня, возможно, конечно, будет... А нет, тут открываешь, вроде не видно этого адреса этой базы выдачи. Ну, в принципе, этот адрес базы выдачи как-то никакой роли не играет. Кому интересно, может зайти, допустим, на Озон, в район доставки, написать Углич, и там вылезет адрес этой базы выдачи. Что мы тут заказали? В общем, я, кажется, не мироловское масло-то заказывала, облепиховое, а другой фирмы. В итоге, почитав отзывы, я все-таки заказала немножко другое. Короче, Апотекс, у меня, кажется, этого Апотекса была какая-то маска для волос. Может, год назад заказывала. Ну и тут уже стоимость идет с учетом тех бонусов, которые у меня были. Подарочные, это 69,75. Ну, грубо говоря, 70 рублей. Вот основная цена, кстати, вот нашла. Основная цена за 200 мл облепихового масла косметического от Апотек 93 рубля. Это озоновская. Ну, зная Озон, там цены могут чуть ниже, чуть выше быть в какой-то момент. Причем совершенно непонятно, с чем связано. Эфирное масло «Лимон». Тут такая аббревиатура, что я сейчас вам не произнесу, кто тут это. Само название этой фирмы. Все брала в основном по отзывам. Ну и то, что давно хотела. Так, 60 рублей на 10 мл лимона, потом гарнет, столокно, овсяное, полкило, 85 рублей основная цена. Но мне оно за 63,75 обошлось за счет бонусов. Это я давно хотела это толокно, потому что у нас этот магазинатор уже год практически назад закрылся, а толокна овсяного я что-то вообще просто нигде не видела. А мне оно очень нравится. Если его есть, там, ну, делать как кашку там на молоке или с льняным маслом, с льняными семенами или жмыхом мешать, или просто в овсянку добавлять, то вообще очень вкусно получается. Если в чистом виде больше 3 месяцев прохавать и, ну, конечно, если постоянно им питаться, у меня было такое, что иногда на завтрак, обед и ужин его делала, ну, вкусно, потому что, то может кальций вымываться из организма человека, и ноготочки ваши будут ломаться. В общем, краснодарский букет, чай черный с черникой, 50 грамм, изначальная цена 63 рубля. Мне Лёлька присылала, которая из Тюмени, первой посылке 50-граммовый краснодарский чай крупнолистовой. Он что-то мне так понравился, такая еще упаковочка была красивая. И я, короче, решила на Озоне, просто увидела, смотрю, и там всякие разные были, вот я решила себе этот 50 грамм с черничкой заказать, там в составе конкретная черника и черный чай, вот посмотрю, как на деле будет, если кому интересно, обозрю. Там у меня еще этот обзор, точнее, АСМР с чайных пакетиков, хотела сказать, сухих чайных пакетиков, ну, в смысле, бумажных чайных пакетиков, я постараюсь как-нибудь вдохновиться и заваять. Опять масло эфирное, видимо, фирма тут все-таки указана, Витатека, апельсин 10 мл. У меня есть мандариновое масло, которое мне вот в коробочке красоты, что мне Ирка, подписчица, присылала на мое имя. Ну, я решила, что надо бы как-то еще пару цитрусовых. Что-то так вот, мой выбор пал на лимон и апельсин. Это чисто не... Лимон, это в основном для... добавление в воск для ногтей, который мне тут заказали, я сама себе еще хочу сделать. А апельсин чисто в основном для ароматизации в аромалампу. Так, потом мыльная основа выдумщики. Актив ши, ну в смысле с добавлением масла ши. Прозрачная, 2 килограмма. В сумме это у меня вышло, ну вообще они по 309 там были, когда я заказывала. До этого они были по 350, что-то такое, вот как-то так. Я когда увидела это 309, думаю... Фиг знает, вдруг оно еще выше станет, а ниже вряд ли будет. И я заказала как раз ее.
Учитывая, что я на Озоне уже заказывала какую-то, по-моему, тоже выдумщиков, я так поняла, что это фирма там. И по отзывам у этой вот именно основы было очень хорошие отзывы. Там девочка писала, что она благодаря этой мыльной основе вылечила там какие-то свои прыщи. И что эти эфирные масла, оно хорошо воспринимает и все такое тому подобное. И, по-моему, даже состав там меняемый. Ну, в смысле, есть такая мыльная основа, что черти че, ее растопишь, она воняет такой химозностью, что жуть. А есть нормальная. Химозностью чаще всего воняет вот из этих детских наборчиков. Так, ну и доставка самовызова за 99 рублей, на нее скидка не распространялась. В общем, вот тут бумажка у меня есть односторонняя. На одну сторону чистая бумажка под всякие записи. Халявас, блин. Тут какая-то бумажка, чтобы, видать, не протряслось. Тут у нас очередной каталог. Мне как-то я уже заказывала, по-моему, год назад, что-то такое большое в Озоне. Ну, большой коробочкой. Мне приходил тоже каталог. Озон все. Озон точка все. Чего еще не было. 23 февраля. Ну, тут этот такой дизайн с намеком. О, тут даже какой-то вон этот пробничек. Никти. А я не хотела его пролистывать. Но я потом этот пробничок. Ух, слушайте, вот первый раз у меня такой этот каталог, что там пробнички. Мне как-то пару раз пробники какие-то приходили. Там надо было, если хотите 100 баллов, то напишите на них отзыв. Я писала отзыв, но мне, по-моему, только за один отзыв эти 100 баллов начислили. И то фиг знает где. И фиг знает когда. Тут у нас бархатные ручки. Не забудьте нанести ночной крем перед сном. Не знаю, на ручке это или нет. Я сейчас внимательно так читать не буду. Я просто вот тут что-то пролистала, и тут, оказывается, оказались бонусы. Если вам, конечно, интересно, я могу отдельно потом записать. Уже не так торопыжно этот обзор каталога. Но, по-моему, это все то же самое, что есть в этом приложении, допустим, для Андроида там или еще какого-нибудь телефона. И на сайте. Ну и тут цена, потом штрих-код. Какая-то фиолетовая фигня. В общем, вот так. Вот такая штука. Халявный каталог. Потом затестю эти... как их там... Уже забыла. Короче, пакетики этого... этой тестовой рекламной продукции. Вот у нас тут пакетик. Пакетик у нас не запаян, просто пакетик просто завернут. Вот такая вот красивая в сентябре 2017 года сделанная коробочка. Краснодарский букет, черный чай, байховый, черника, 50 грамм. Ну, соответственно, сделанный в России, где же еще? 24 месяца срок годности, 3D, хотела сказать 3D, было, Трио Добрыня Русь. Это у нас фирма, которая выпускает город Славянск на Кубани, Краснодарский край. Ну и в составе у нас черный байховый крупнолистовой чай высшего сорта, лист клубники, плоды черники, без ГМО. Не знаю, зачем тут лист клубники, если он столько с черничкой. Но лист клубники, в принципе, ничего плохого как бы не делает. Мне в этом году что-то как-то очень мало было этой клубники. Точнее, как я собирала и клубнику, и землянику, но она у меня... Часть нормально высушилась, а часть я забыла, и она у меня на окне пересохла. Уже вообще никуда не годно получается. Вот такая красивая фиолетовая коробочка. Я что-то когда заказывала, я даже не запомнила, что она фиолетовая. Я очень удивилась, что она фиолетовая. Мне казалось, что она просто золотенькая такая. В общем, я его заварю, запью. Вот такие, кстати, масла есть в магазине Кадо, который вот этот угрический подарки. Предыдущий обзор, отсылка, так сказать. Вот точно такой же фирмы. Лимон, масло эфирное, натуральное. 10 мл. АРС. Aroma Royal System. Смотри инструкцию внутри коробки. Смотрите, точнее. Срок годности 2 года. До февраля 2020 года. То бишь он, в принципе, вот совершенно свежее масло. Очень круто, хорошо. Так, еще у нас тут немножко помялась коробочка. Ну, да и эффекта как бы... Ну, помялась и помялась чуть-чуть. Трагедию делать, что ли. Апельсин 100% эфирное масло. Aroma Star. 3.0. Натуральное эфирное масло апельсина. И вот это у нас до декабря 2020 года. Номер партии 12. И сколько оно у нас? Тут бла-бла-бла, что-то там про апельсин, наклейка. Я думаю, наклейку можно снять, присобачить сюда и прочитать, если будет интересно, да? Так, у него срок годности 3 года.
То бишь он, скорее всего, в декабре 17, 18, 19, 2, да. Ну, чуть позже рождён. Точнее, чуть раньше, чем этот. Вот у меня тут хороший такой пакет есть теперь. Совершенно халявный. Так, что у меня тут? Тут у меня этот самый гарнир. Я его так давно хотела. Я на него смотрела, я периодически думала заказать, не заказать. Но меня один подписчик, даритель, верующий в Лёльку, все пинал насчет этого возобновления этих мыл, трав и тому подобного. Ну, травами-то я и так продолжаю заниматься. Иногда очень лениво в своей ленивой группе травной. Этот травник и что-то там проверено на себе, я уж не помню название. Но ссылка есть в инфобоксе, если кому интересно. И ссылка есть на канале, в информации о канале. Короче, напинал меня, и я вот решила, что надо бы сделать заказик этой основы заодно и убить двух зайцев одним выстрелом. Оно, кстати, помимо вот этого пакетика, еще вот в этой пленке пищевой, ну, потому что, насколько мне известно, все эти бумажные пакетики, они имеют свойство где-нибудь чего не просыпаться. Так что очень хорошо запаковано. Так, это у нас 16 января этого года создано, по ходу дела. Тут 500 грамм. Вот такое легонькое, даже не скажешь, что 500 грамм. А тут у нас немножко, ну, в общем, не везде оно запаковано слюдой, вот чисто не слюдой, вот этой пленкой пищевой, чисто вот здесь, вот по этим местам нету, но, в принципе, здесь нет ничего такого, что может там провалиться куда-то или типа того. И содержание 100% овсяное толокно. Ну, и тут что с ним можно сделать, допустим, печенье из толокна, кисель из толокна, еще что-то там из толокна. Как-то так вот сюда пока положу. Хоть это и не видно. Так, тут у нас... А что у нас тут такое? А, это масло, я уже забыла, думала, масло-то еще было. В общем, тут у нас вот такое вот масло. А, кстати, Апотек, а крышечка Миролы. В чем прикол Мирола? Может, они мне Миролу вместо Апотека положили? Или Апотек это вариация Миролы? Облепиховое масло смягчатое, светляет, косметическое, 200 мл. Но вот которая другой дизайн да был, который я именно у Миролы покупала. Может, действительно Апотек это какая-то запчасть Миролы. Надо вот глянуть в интернете. Оно, в принципе, и оно у нас изготовлено 25 октября 2016 года. 17-й. То бишь они мне то, что у них там лежало 300 лет, они мне это положили. Ну ладно, фиксим. У них, по-моему, там срок годности 3 года, насколько мне помнится. Я его чисто использую для в основе, как основу для жидких шариковых дезиков самопальных домашних. Ну, у меня, правда, так сказать, старый для этих дезиков напряг. Ну, и еще иногда вот всякие там, типа, косметические, химические самопальные штуки. Вот такая коробочка. Я, может, ее потом постригу еще раз для... Только уже не стримом. Я поняла, что тогда это был прикол от добрых верующих, в кавычках добрых. Там одна девочка с визгом отписалась, а потом... Короче, это постригу я ее потом в каком-нибудь СМЛе. А пока пусть ней может кот запустит. Большой, огромный пакет у меня есть. Нигде не порвавшийся. Так, ну и вот здесь вот у нас... Вот в таких ванночках, вот в таком пакетике, вся суть заказа. Ох. Вот такой вот штук, тут какие-то пузырики, перетряслось, видать, мыльная основа, актив САП. Короче, РУВАДА, глицерин, натрий, стеарат, пропилен, гликоль, лауреат, натрия, лауреат, сульфат натрия. Вот я не помню, какой из них можно, какой из них не очень хорошо. Сорбитол, и все это дополняет масло карите. Сделано в России в январе 2018 года. Так, и тут ссылочки на эту, видимо, фирму их ВКонтактике, в Инстаграмчике и в мордокнижке. 1 килограмм. Инструкция по применению. Достать. Открыть, достать, потом порезать. Тут наклейка этого нашего... вот этого самого, озончиком ее на жопу прилепим, расплавить, залить, и будет вам счастье. Сделано в Курской области, город Железногорск. 3О, хобби-групп, это упаковано, это не сделано.
Ну, сделано, может, где-то в другом месте. И дата, срок годности, точнее, 24 месяца с даты производства. А, и вот адрес производства тоже Курская область. Так, рекомендовано для всей семьи. В общем, вот такая вот штука. И еще одна вот такая же штука. Довольно тяжеленькая. Ну, фигли, килограмм. Слушайте, я уже так и соскучилась по основе. У меня там совсем малюсенький кусочек оставался. По-моему, там у меня была с этим, с добавлением масла какао или как-то так. Что я вот тут... Хоть сейчас бы, но мне вот надо уже прыгать, на, так сказать, на... Одеваться и пилить на автобус. В общем... Что-то вот все время забываю, да, люди, я все еще продолжаю собирать монетку на графический планшет для сканлейта с мониторчиком. Спасибо тому, кто анонимно закинул мне на день рождения практически косарь на Яндекс. Было очень приятно. Ну и если вас не затруднит, вас много, 5 с лишним тысяч подписчиков, даже по 100 рублей с человека, очень мне поможете. Но это чисто никого не обязываю, просто, ну, вдруг решите задонатить. Всем спасибо за просмотр и пока!